Добрый день, уважаемые зрители канала. Рад приветствовать вас. Сегодня мы имеем 5 июля. Сейчас мы находимся в саду. Сад на 26-й подчепе. Здесь несколько гектаров сада. Есть несколько сортов. Сейчас я хочу показать вам состояние деревьев. Можете посмотреть, как смотрится. Вот можете увидеть, как пришла закладка сада, неплохо. Июньское осыпание завязи уже произошло в полной мере. Яблочек на деревьях очень много. Вот можете посмотреть. Мы сейчас посмотрим на. Вот можете увидеть здоровый крупный лист. Здесь проводятся обработки внекорневые каждые 2-3 недели. Используются препараты соответствующие. Растениям дается все, что им необходимо. Вот, сейчас мы поднимем. Листики очень красивые, широкие, зеленые. Видно, что деревья получают все необходимое. Здесь посажены несколько сортов, из них гала, есть айдарет, есть пинова, еще несколько сортов. Мы пройдемся еще немного, я вам покажу. Яблочки. Вот еще одно дерево. Можете посмотреть. Очень хорошая загрузка урожая. Если есть у вас вопросы, задавайте, рад буду ответить. Подписывайтесь на канал. Будет еще много интересных видео. Всем удачи и хороших урожаев.